Стоп-цена на транспортные услуги, повышение тарифа на перевозку пассажиров так называемыми воздушными подушками не обосновано. Цена останется на прежнем уровне. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр транспорта Семен Винокуров. Он также отметил, что правительство приняло решение о введении госрегулирования тарифов в этой сфере. Это возможно благодаря тому, что Якутия относится к районам Крайнего Севера, а таким субъектам дано право регулировать ценовую политику. Таким образом, тарифы будут установлены и введены с завтрашнего дня в размере 1000 рублей за проезд взрослого пассажира и 500 рублей за ребенка. Больше 20 судов на воздушной подушке, несколько предпринимателей осуществляют эту деятельность, но мы все-таки проанализировали и видим, что есть определенный сговор восстановления тарифов, поэтому вот принято такое решение о введении государственного регулирования. При нарушении порядка ценообразования будет по жалобам граждан и по решению Государственного комитета по ценовой политике будет наложен штраф в размере 50 тысяч рублей за одно нарушение. При последующих также будут для предпринимателей применяться такие меры.